Так, Акабумыч, годик, годик, Дмитрий, спасибо, спасибо большое, добро пожаловать, спасибо большое за подписку. Я зря вот поиграл, а зря я вот поиграл в первые две недельки две назад, что-то залип. Ты шо, Дима? Я, блядь, нормальное предложение прочитать не могу с утра. На проблемы какие-то. Знаешь, как сменить привязанную карту к Твичу? В настройках саба, по-моему, или в настройках самого аккаунта Твича. Должно помочь. Кирбис, привет. Кто-то на мид хочет, да, ко мне? Может, Фатимой поебашить? Бля, не, в пизду Фатиму, там какие-то страшные пики. Или похуй. Или Виндруджер антисервис. Хотя не, ВРК впадло сейчас играть. Тем более против этих героев, ну что-то страшное. Без линки, блядь, тяжеловато будет. Линка у нас рентабельна на подме, в принципе. В принципе, она неплохо смотрится. Или некрофосом каким-то вообще мид бахнет. Давайте некром бахнем, да. Какой-то парень на мид ко мне хочет говяжий. Так нам дизейблики бы какие-нибудь. А то страшно будет. Страшно против этих героев. Не контролить их. Нет, и сервис, а автосервис. Автосервис на зеленке. Ебало поважнее дред. Спасибо большое за подписку. Добро пожаловать, блин. Спасибо. Нет, я там. Это поэтому после 15-го с новой карты подпишусь. Хорошо, хорошо. Как насчет Шакира? И прямо сейчас, в принципе, можно, можно будет побаловаться. Хороший персонаж для мида. У меня тут трипл мид, походу, назревает. Ал, добрый день, рад тебя видеть. Удачного стрима, давай до некре. Ты прям меня прочитал, Курисон. Потому что я этого сообщения не видел, а тут поехала грязь. Зира, привет, привет, привет. Непривычно тебя без гуся видеть. Что-то топовый рейд такой, а вам скажи все. Вон имен. Не, корблет. Сори, не хочу. Там грязь, ругань, боль, фу. Это не дота, это дерьма, кусок. Что думаешь, Диане Шурик? Кино, и даже не ебу, что это такое, и не совсем интересно, если честно. Time Truffle, привет, привет. Краши Кира через лотар криты. Ну да, нормальная тема. Но тут, блять, эти герои, они не особо... Не особо угадываются. Trouble, trouble, trouble. Ничего необычного, а удачного стрима. Добра и здоровья. Спасибо, Нижегородец, очень приятно. Спасибо большое за поддержку и за пожелания в частности. Спасибо большое, братиш. Кавданчик подписался. Добро пожаловать прямо с завода. Новый субскрайбер. Фак еме. Спасибо. Бомжу и степуху проебал, сука, вообще обидно. Ничего страшного, Зира, бывает. Дональд Дак, привет. Привет. Тим Вест, и тебе тоже добрый день. Снова отдых для души? Ну да. Я планирую на этом аккаунте посидеть пока что. Мне нравится все. Хороший пик у нас. 5 керри. Там хотя бы CM с намеком на саппорта имеется. У нас что-то такое. Если снайпер в мид бежит, блядь. Хорошо. Хорошо. Люблю даблухи. Хохотун, привет. Про Мэдисона слышал? Слышал. Слышал, было дело. Читал новости. Тебя там в чате сапом считают. Ничего страшного, посчитают. Я им покажу, что такое сап микрофон. Надо пацанам открывать глаза на другую доту. Подписаны были. Осталось оформить девственный донат оформить. Это было приятно и не больно. Спасибо тебе за стримы и годный контент. Люблю тебя. Вырос на твоих рофлянах. Чмоки.
Бля, ну лет через 5 это действительно станет уже рентабельной фразой, что кто-то действительно вырос на моих стримах. Спасибо большое, Ханкизи. Очень приятная поддержка. Спасибо большое, братиш. Почему так долго подумаешь? Чаль, подключаем, еще подключаем до этого. А, Донецкий. Так, секунду. Секунду, Донецкий. Субскрайберов что-то сегодня прям с утреца прям многовато. Донецкий, спасибо большое, братиш. И Cool SpaceS 8 месяцев, а у Донецкого 11. Тоже почти годик. Спасибо большое, брат. Добро пожаловать, гейс, назад в семью. Бля, Некрофосик же сейчас другой, да? У него там другая аура. Еще раз, морни на меня, чудовище. Так, я не знаю, что его спеллы делают, но ну ладно, будем разбираться в процессе. А, у него теперь этого пульса нету. Ой, не пульса, а как этой хуйни? Я забыл, как эта хуйня называется. Души, которые набирают за убийство. Это плохо. Чё, братка? Ладно, мне все равно это не надо, я херстоппер буду брать. Ну, бля, Некрофос не такой теперь рентабельный, да, без этой пассивочки? Я пошел. Не паникуй. Хороший спельчик и конкурс интересный. Почему я не удивлен, что Рики Мартина взяли? Какой-то дерзкий. Блядь, снайпер у меня подосрал немножко левела. Теперь этот пес третий, а я второй. Будет сложно. Но мы подрочим, я надеюсь. Давай, братан, иди отсюда, во нахуй. Мама, ама криминал. Мама, ама криминал. Мама, ама криминал. Мама, ама криминал. А реген дает или что она дает? Я так не понял, нихуя. Так. Морбис. Спасибо большое тебе за подписку. Добро пожаловать, Морбис. Спасибо большое. Так, ЛЦ в инвизе, да? В инвизе сидит парень. Да-да-да, братан. А нет, все-таки пульс есть. Лу, хорошо. Я был неправ, я возвращаю свои слова назад. Может быть, умрет, кстати. Хотя он может отрегениться в полете там. А мы херстоппер продолжаем качать. Тю, блядь. А куда пассивка делась? Теперь она с херстоппером теперь связана или как это работает? Времени на чат нету смотреть, ебаная дота. Воу-воу-воу. Писюн тебе на воротничок, а не крипец. Пассива, которая раньше третья, была встроена в первую способность. А, нормальная тема. Блять, ну минус крип, нахуй. Минус крипец, это плохо. Ну тут фазы, наверное, бахнем. Надо больше своих динаити, хотя бы стараться добивать с хитами чужих. То как-то негоже выходит. Бэйбэ! Чё, тычку катапульта? Хорошо. Play. ЛЦ мисс. Нормально колдует.
Ну-ка нахуй пошел. Челикс, угомонись. Давай на базу капиздуй еще разок. Так, ультимейт возьмем, да? Пожалуй. Кстати, надо пойти рунки пособирать. Немножко. Мама, ама криминал. Мама, ама криминал. Нет, там все целое. Ладно, поехали. Поможем. Может быть, кого-то попробуем собрать. Аргас Горбу 13 месяцев. 13 месяцев, Господи Иисусе. Спасибо большое за переподписочку. Добро пожаловать, бро. Бля, он с каплями. Это неинтересная тема. Бля, иди сюда, братик. Регенимся. Не полетел, да, за ней? Хуёво. А, ладно, поехали на базу. Хотя там может быть рунка. Нет, мы пойдем баунтос заберем и выпьем, наверное, за любовь. Не на этом паке, на другом. Так, нам нужны фазули, которые уехали, да, в другую сторону. Хотя можно, в принципе, арканки бахнуть, а потом октарин с них сделать. Будет норм тема. Так, пойдем одефим это дерьмо, потом попьем. Как раз 7-й левел есть. Ну зачем, деда? Это было лишнее. Еще парика побьем. Бля, что-то меньше стал дамажить пультик какого-то хуя. Опа, свет появился. Спасибо, птич. Сколько пульс начал наносить? Что-то шляпа какая-то. Намного меньше. Раньше тычку давал в деда и нормально убивало. Мама, ама криминал. Мама, ама криминал. Староскоп дает Ростеттер встроен или бы легенда начнется 2 раза. Хуя себе истории. Спасибо большое за инфу, Лук. Так, Джихад, спасибо большое тебе за подписку, добро пожаловать. Новый субскрайбер, очень приятная тема, спасибо. Или сразу до радика хуярить. Ну, бля, с одним радиком я буду, по-моему, очень тонкий. Прям очень. Рунка в топе? Нет, не в топе, да, хуёво. Поехали на бот. Может, Мидас вообще бахнуть? Главное, чтобы не фейдили слишком сильно наши ребята. Все будет в порядке. Госсептор это хорошая тема. И хил, любовь 2 раза. Ну, бля, это мека, конечно, рентабельно, но... Мы меку в рот ебали, по-моему. Попушим тавер. Дубль G. Блять, что-то маловато слишком вообще депсит. Ладно, хитстоппер за максим, дальше уже посмотрим. Начнем второй скипельчик качать. После таланта, конечно же. Убиваешь с косы, жмешь второй, фуловый бегаешь. Нормальная тема, кстати, да. Ну, очень опасный легион, я ничего против не имею, конечно. Но, по-моему, его сжигает немного по мелочи.
Что-то мне дописано его отцы под фул крипами. Да, крип, ты не мог по вторым выбежать? Да, давай, наверное, до Радика будем терпеть. О, да тут CM пришла на Егенчи, да? Они меня в дуэль, да, хотят завязать, по-моему. Ладно, не попал, бывает. Что это за разминание? Лу? Ты что делаешь, дебил? Кстати, ультимейтом убей, посиди, подумай над своим поведением. Так, что там по талантам? 6 силы, 40. 40 к урону, ебать, бичис. Хорошо. Там хасте? Хасте я возьму. Может таксика пойти втереть? Он еще и ультимейт въебал. Да, определенно, мы сейчас акса подогреем, пойдем. Он еще и патроном его размял. Прям вообще найс. Ехали. Главное, чтобы он ТП сейчас не взял, побежал. Здорово. Блять, у него дагер есть. Это ж хуйня, не выйдется, братан. Здорово. А тут кто? Здравствуйте. Блять, ну откуда столько спейлов? Ну это пизда, это неинтересная игра, блять. Тополь Плейнг, привет. Больше до премии в таверне не дают. А чё Аганим? Или это с Аганимом? С Аганимом тоже не дают? Это же дерьма кусок, а не спел тогда получается. Бля, ну Радик надо купить. Надо сейчас претерпеть, немножко пофермить. Это хороший, конечно, килл на Аксе был, но, по-моему, этого не хватило. Снайпер побежал дальше фермить. По-моему, на боте нормально бурда пауками кормит. Или мне кажется? Полетим, посмотрим. Можешь историю какую-нибудь бахнуть, плиз? Сейчас не особо много гейс историй. Вроде все, что было, рассказывал. Ну, вспоминать надо. Приходит на ум. Когда вот какая-то ситуация всплывает перед глазами, там уже можно что-то рассказать отдельное. Потому что больше вспоминаешь. Нормально ты, блядь, ультимейты жмешь, вы не ультимейте свои эту хуйню. Хорошая иллюзия, Трикимара, хорошая иллюзия. И вяжет дошек. Бля, челиксы умеют капли покупать, это неинтересно вообще. Пойдем рели купим. Братан, ну защеми ее. Ладно, не сегодня, походу. Заработали чуть-чуть. Чуть заработали, хорошо. Оно так же работает, как ГОС, прям, типа, в меня входит, да, сильная магия? Братан, тебе, походу, пизда, если у тебя капель нету. Ой, блядь. Да, тебе пизда, ты подошел на фраг. Да, нормально хилит вообще, бодренько. Бля, тут на Радианс почти насобирали, заебись. Сейчас баунтос хвачу, еще один баунтос хвачу, будет просто пушка. Да, Радик. Так, баунти. Пьем. И еще баунти, просто шикейк. Пару дней назад ввалился на Леху комментатора. Вас с Ваней на фоне что-то в голос плакал. Бля, ну это старый видос, Дима. Так, мы, наверное, в травела все-таки пойдем. В пизду фейзы возьмем травела. Хотя фейзы, блядь, 40 урона у меня талант. Может быть, стоит задуматься все-таки, Альберт.
Надо прочитать, что конкретно этот спелл делает. Сильное восстановление, это поняли. Замедление передвижения 36%. Дополнительный магический урон 20%. Я понял, да, так же как и гост работает. Так, Актаринчик. Где он? Где этот кусок дерьма, блять? Как я ненавижу этот новый магазин, это просто ужас. Так, вот Soul Booster. Актарин. Может, стрим с ветяном истории про больничку, думал, мало ли есть что-то новое. Не, пока что нового ничего. Бля, ну тут таур калененький. Хорошо. Да, я боюсь сюда заходить, ну ладно, ебал рот. Хорошо, добрый вечер. Бля, ну очень больно, не бейте пацана этого, господи Иисусе. Ёб твою мать. Я сожгу тебя, шлюшистый сын! Сука, секундочка, бля! Бля, надо чуть-чуть жирнее быть, и все, им пиздарики. На воздушном шарике будут. Сейчас пойдем. Point booster себе купим, будет good. Привет, Игран. Две гони, две косы, минимум за файт. НКД, что ли, режет, или что он там делает? А вот доп, время возрождения 30, да? Но байбек все равно остается, да, походу. Не, все-таки добавляет время, он 30 секунд на третьем левеле. Понял. Мы, наверное, топец пойдем притолкнем немножко. Там тавер надо взять. Я еще не такой плотный, чтобы воевать вот так вот против пятерых. С какой-нибудь Шивой и Актарином надо это делать. Без этого сложновато. Бля, ну урон прям очень много, блин. 200 с копеечками. 6 ко всем атрибутам или 20 скорость передвижения? Может, 20 скорость передвижения? Нет, 6 атрибутов. Будем жирным некрофосом. С травелами норм так будет. Так, наших там ебут, заебись. Замечательно просто. На тавер зато будет. Крипчики. Может, нахуй ТП? Нахуй ТП, возьмем вот эту еще тему. Здравствуйте, волки. Баунтос еще есть, найсец. Там Тимбер выебывается что-то, да? И походу он один. Да, походу ты один, дружочек. Иди сюда. Бичес. Это вот вкусненькая тема. Жалко, глифа нету. Сидули. Мама, ама криминал. Оверлорд 1814, спасибо большое тебе за подписку. Добро пожаловать на канал, я рад, что ты с нами. Спасибо, братиш. Фаза, ну теперь будет бегать, это мой саппорт. Ладно, не будем просто воровать крипов. Потом Soul Booster дособираем. Актарин почти есть. Чё, побайтим на наших пацанов. Бля, против Бруды играть. Хотя с Радиансом похуй, её можно будет дефить. Главное, чтобы он не сильно сплитпушил у нас. Red Sky, привет.
А там ББ что-то приодетый такой, нормально. Здорово, совы. Так, файтинг, да, сейчас какой-то будет? Так, ну нахуй, там Акс бегает. Надо подальше от этой гепши всей стоять. Ёбаная боль. Систал Мейден! Ой, я радианцем убил, заебись. Изява я! Так мне нравится драться, так нахуй волка. Нахуй волка. Я пойду крипов встречать. Пусть товарняк ребята берут. Мультидар выкупился. Только не это. Так, тавр взяли, заебись. На мид полетели. Классная кофточка, Эльберт 90-х. Спасибо. Так, все, поехали. По нашим актеринчикам. Далее, наверное, травела все-таки бахнем. Надо быть помобильнее чуть-чуть. На этой пачке эти заебали, наверное, покупаться каждый раз. Так, сейчас уебут нашего бестолбека. Там стриканыч, по-моему. Не уебали. Живи, братка, живи. Альберт рядом. Брутка! Надо было дальше бежать, убил бы ее, наверное. У меня тут паутина, она сейчас назад побежит. Надо отсекать ее, отсекать надо. Уже по-любому пидораска на базу куда-то бежала. Как насчет YouTube под песни «Яра молодости ебашить малышей»? Попозже это может быть. Колотушки заебут. Можно будет. Это бустинг? Нет. Не бустинг. Та-та-та-та-та-та. Рыбалишки. Как по синхронноспособности? Ну да, определенно. Руда? Здравствуйте. Вылезай, съешь меня нахуй. Блядь, ну я не успел хильнуться. Мне как кто тебя нафидил? Никто, я сам сильный. Я сам все брал. Так, а теперь Тарасочку, наверное, можно бахнуть. Там вообще писю можно будет ложить на них. Гира, привет. Да, еще Виталити бустер сейчас возьмем для жира прям. Или да, тут пора дотерпеть. О, братан. Так,
просто. Сколько вас здесь, блядь, господи Иисусе. Под Blade Mail. У меня просто с руки там, блядь, почти 250. Я в Blade Mail очень больно сам себе пихаю. Это неприятная тема. Аганимус сделай, брат. Да, наверное, давайте, наверное, Тараску ебанем, чтобы вот так вот тут этот вот дэймидж весь послать в пизду. Аганим хоть дает много статов, но ну нахуй его. Бля, 60 секунд, это долго. Это перекуром пахнет, походу, дело. Так, кто у нас тут чемпион? Па, наверное. Пусть фермит бегает. Или курить пойдем. Да, Блудстон еще нормальная тема. Побыстрее появляться. Я еще второй спел. Типа, не привык к этому второму спелу. Он, на самом деле, очень сильно меня бы зарегенивал. Когда я ЦМ-ку убил Накса, было бы похуй. Я его проебал просто так. Против Акса он не особо помогает. Когда не в агре стоишь, то это похуй. Там 10 секундов, надо возвращаться. На базу. На Шива. Шива, да, это найс тема. Бля, Сэм, ну ты мне только мешаешь, блять, в натуре. Изявая. Спас пацанов. Все-таки до топора затерпит. Там уж вообще Dragon Lancing бахнуть какой-нибудь. Хотя это такое. Доброго времени суток. Бонус про Лиля, привет. Алекс Джино, 5 месяцев, 5 месяцев. Спасибо большое за ресапчик. Добро пожаловать назад, братиш. Плюс-плюс нахуй гони. Во-во. Здорово, братан. Ну, брат, ну какие дуэли? Ну о чем ты? Ну о чем ты, братишка? Ты видел мои итемы. Ну зачем тебе это нужно? А, ты без Blade Mail'а меня еще решил зацепить. Окей. Блять, я испугался. Там все ребята выжили, я охуевший такой, что я пошел. Насколько поток планируется, братик? Нижегородец, мы же только начали, первая катка, ну, не знаю, посмотрим. Игру 6, наверное, бахнем, посмотрим, как быстро они будут протекать, возможно, и больше получится. Спасибо большое за поддержку, дружище. Бля, бедно снайперище. Мартин, как же ты долго этого ждал, бро. Что-то ворочек возьмем, потом пойду за ривером. Там еще и хайграунд можем помять. Ну, хайграунд я без ривера что-то не хочу мять. Пойдем, наверное, баунти возьмем. Да, если крипчиков еще взять, тут на Виталити может хватить, а там на базе. О, тавер, хорошо. И Виталий эти запахло. Наверное, нулик переложим. Все-таки ботл еще хоть что-то дает. На отхилочки. По мелочи. Дед что-то жестко объясняет, что молодые не правы. Есть такой момент. Так, это дефенс, да? Таксик. Это был хороший план. Блять, не достал. О, господи. Там Цемка сейчас умрет. Блять, ну меня разрезает Тимбер, просто пизда.
400 к здоровью. Будем просто в жир уходить. Слишком много дэмэджа. 1200 ультимейт сэмки. Блять, я еще под вторым спеллом забежал. Думал, она отменит, но нихуя. Trouble. Крепкий дубль. Приучаю нижегородских пассажиров такси к качественному контенту. Спасибо, нижегородец, за очередную поддержку. Спасибо, очень приятно, братиш. Подогреваешь Альберта с утреца. ПГГ, привет маме, привет. Смотрю с работы, держу в курсе. Спасибо, ПГГ. Тебе тоже привет. Веришь в экстрасенсов и прочую поебалу? Ну, отчасти, отчасти, примерно. Прям, чтобы фул фанатеть от этого и говорить, что это, блядь, прям правда, то нет. Тут Шива, кстати, назревает у Аксика. Но вот с Тараской и Шивой будет вообще другой разговор с пацанами. Мислбэк, по-моему, сейчас гем ебет. Там чисто дэймидж. Или физикал, физикал, по-моему, да? На физический. Глиммер не особо помогает. На спинке развернуться нет? Хороший блэдмейл. Только кто-то встретит такс какой-нибудь. Не, у типа, пацанов телепорта нет. К сожалению. Так, нулик мы, наверное, продадим и купим вот это дерьмо. Смотрю, сидя на троне, держу в курсе. Приятного времяпрепровождения. Так, а вот теперь Шивой, да, должно попахнуть вроде. Или Керасу бахнуть. Шива, Кераса, Шива, Кераса. Вообще Шива норм тема. Очень. Много армора, но, блядь, там мне физика и магия разрубает. Физикой там не бьет этот ЛЦ. К сожалению. Он бы хотел, но не получается. Да, давайте Шиву бахнем. Тимбер сдался. А Максик готов прыгать. Максик готов, побежал, 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 побежал. Так, этот фраг я себе возьму. Да стой ты, ебил, блядь. Ладно, хуйня тебя. Все, парни сдались. Мало армора. Пойдем. Дубленку. А, бля, дубленка здесь не продается больше. Это проблема. Где пропадал? Было одно дело. Привет, рогалик. Перед деду надо Этерил покупать. Ну, с догоном, кстати, нормальная тема. Старый билд, по-моему, никто не отменял. Он такой же сильный. Все равно старый дед мне больше нравился. Хотя он по сути такой же, только вот добавили спелла, тут объединили. В принципе, его подняли немножко. Но раньше, по-моему, на больше отправлял автоверну. Тоже возьму этот фраг. Пожалуй, для статистики. Хилить хоть. Столбэк и бруда нафидела. Если бы этот челикс так оделся бы.
Ого, БКБ. Там я тебе руку выбью сейчас. Trouble. Подогрел гречу на работе в обед. Подогрел братика донатом КП. Спасибо, тепленький, большое за поддержку. Приятного аппетита. Тебе и гречу. Блять, как вспомню, как камень выходил из бочек, это пиздец. И не говори. Но он у меня не выходил, он у меня застрял. Но было неприятно тоже, да. Было такое ощущение, как будто у тебя почка надулась нахуй. Двадцать пятый юбилейный фраг взяли. Вирус, привет. Так, сейчас поиск, наверное, запустим и пойдем перекурим уже. Уже теперь официально без этих. Так, секундочку. Да, гайз, 2-3 минутки перекурчик, далеко не разбегайтесь, поиск будет пущен. Я скоро к вам вернусь. Ширья! Come on, let's lose!